В новогоднюю ночь ждем вас на городском бульваре. В 0 часов 45 минут поздравление Деда Мороза и Снегурочки. В час ночи праздничный салют. С часа 15 до 4 утра дискотека. 3 января в 11:00 в Фок-Лидер стартует новогодний заплыв 50+. Ждем жителей города старшего поколения, ветеранов спорта, подопечных социальной защиты. В 12 часов встречаемся у Дома культуры. Детская конкурсная программа, игры на свежем воздухе, зимние забавы. А в 13:00 в спортивном зале «Сокола» состоится турнир по настольному теннису среди жителей города старше 50 лет. 4 и 6 января на хоккейной коробке улицы Советской состоится домашний матч открытого первенства Московской области сезона 2017-2018. Начало в 11:00. 4 января в 13 часов в Центральной библиотеке пройдет новогодняя викторина «В сказку к Дедушке Морозу». Приглашаем взрослое население Электрогорска. В 15 часов в Истоках на улице Крыжановского, 27, вас ждет мастер-класс по кистевой росписи «Зимний пейзаж». 4 и 8 января с 13 до 18 часов приглашаем вас в Дом молодежи на открытые экскурсии в музее поискового отряда. 5 января с 12 дня в городском парке предлагаем вам посоревноваться в стрельбе. Вас ждет игровая программа «Меткий стрелок». Любители рукоделия ждем в Истоках на мастер-классе по изготовлению игрушки символа года «Новогодний сувенир». Начало в 12. Любители спорта ждем в 14:00 в спортивном комплексе «Сокол» на турнире по мини-футболу среди жителей старше 18 лет. 5 января праздничная программа продолжится в детской школе искусств на концерте учащихся и преподавателей накануне Рождества. Начало концерта в 15:00. 6 января в 16 часов детская школа искусств приглашает на мастер-класс преподавателя Татьяны Филимоновой «Рождественская игрушка». 7 января на площадке у Дома культуры музыкально-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Начало в полдень. Вечером 7 января в 19:00 состоится концерт Геннадия Ветрова «Я расскажу ваше настроение». Билеты можно приобрести в кассе Дома культуры. 8 января в 12:00 приглашаем вас на рождественскую елку главы в фойе Дома культуры. Вход по билетам. 9 января в Школе искусств пройдет выставка творческих работ учащихся «Снежные дорожки». Ждем вас с 12 до 16 часов. А в 14:00 в художественном отделении Школы искусств Людмила Тарутина проведет мастер-класс «Новогодняя пастель». Приглашаем вас провести новогодние каникулы незабываемо. Ждем вас!